Доброго времени! Сегодня я, ведьма Бажена, познакомлю вас с астрологическим прогнозом на 28 июля. Это вторник и планетарный покровитель Марс. Сегодня день достаточно агрессивный. Пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны. Возможны обманы, ухудшение самочувствия, конфликты с близкими, друзьями и коллегами. Поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не спровоцировать ситуацию, о которой вы потом можете пожалеть. Сегодня 8-е лунные сутки. И сегодняшний символ дня – это летучая мышь. Летучая мышь может стать вашим помощником, если вы работаете, например, с потусторонним миром. Она может стать вашим проводником. А также, если вы хотите поставить сегодня защиту, либо работать с какой-то агрессивной энергией, да, с ярой какой-то силой, вам в этом поможет планетарная свеча Марс. Если вам этих энергий не хватает, вы можете привлечь эти токи себе в помощь. И, конечно же, на усиление можно использовать планетарную свечу, которая содержит в себе энергии, токи, всех светил, всех наших планет, нашей Солнечной системы, которые влияют на человека.